Сегодня мы в примерочной бренда Love Republic примерим несколько изделий. Первый джемпер-паутинка, легкий, воздушный, но тактильно не очень приятный, особенно для балованных качественной пряжи мохер на шелке. Цену вы видите. В составе 15% шерсти, 15% альпаки, остальное синтетика. Крой примитивный, наклон плеча есть, проймы нет, как видите. А глубина горловины примерно 20 см. Второй джемпер не украшает, как домашняя одежда. Есть большое расширение от низа к пройме, сантиметров на 20. Цену вы видите. В составе только 6% шерсти, остальное синтетика. Крой очень простой, но зато джемпер тактильно приятный-приятный. Нарядный джемпер. Жаль, освещение плохое и не позволяет передать его красоты. Он красивого серого цвета без желтизны. Цену вы видите, в составе только 10% шерсти, это вточной рукав, а изделия украшают вот такие милые жемчужные пуговки. Кстати, если знаете, где купить такие, которые крепятся на ножки, напишите под этим видео. Этот джемпер самый тактильно приятный и удобный, расклешенные рукава, конструкция у него спущенный рукав, на рукаве есть небольшой окат. Цену вы видите, в составе только 8% шерсти, остальное синтетика. Глубина горловины примерно 18 см. На десерт оставила платье. Необычный крой, который мне не подходит, но интересный цвет и решила померить его. Цену вы видите, в составе 100% синтетика.